Ну что, готовы расслабляться, залипать и кайфовать? Если да, то вы по адресу. Всем привет, кисы! Меня зовут Ксения Гора. Это я. Сегодня мы с вами будем смотреть расслабляющие видео. И рубрика эта называется «Самые странные, но расслабляющие видео». Да, именно так она звучит. Я очень напряглась, пока ее произносила, но сейчас я расслаблюсь. Сразу хочу передать привет моим самым активным зрителям в Инстаграм. Ребят, вы очень активные, вы большие молодцы. Если вы тоже хотите попасть в мое видео, то заходите в мой Инстаграм, напишите мне там что-нибудь, поставьте лайк, и самые активные ребята, конечно же, попадут в мое новое видео. Вот. Ссылочку на свой Инстаграм я оставляю в описании, и, если что, переходите вот по этому нику Кыска из Гора. Мяу-мяу. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, ведь на моем канале каждый день выходит видео 2 раза в день. Да. Если вы все сделали, подписались на мой канал, на мой Инстаграм, то мы начинаем расслабляться. Самое странное, но расслабляющее видео в мире. Погнали. Смотрите, какой идет счастливый поц. О, это скакалка. Это скакалка. Мне нравится город, в котором он живет. Что это за город? Какой толстый маркер. Обалдеть. Какие толстые черные полоски. Офигеть. Зачем он это делает? Нам не узнать. Какая-то слаймомания. Наркомания. Так, падает снег. Хватит все. О, и вылез лис. Как это мило. Как будто мультик смотришь. Разукрасим это все. Я даже не знаю, как было лучше, с узором или разукрашено разноцветными цветами. А, вот так классно. Вот так оставляем. Ой, смотрите, блин, кому в голову пришла такая идея? 2 карандаша, как червячки. Воу! Разрезал бутылку. И что теперь-то делать? Да-да-да-да-да-да-да. Ой, как это классно, как много стружки получается из этого мякиша. Слой за слоем накладываем какую-то извилистую дорожку. Это что, какой-то новый вид искусства? Смотрите, это получается все черное, а потом он вырезает оттуда части, и они внутри разноцветные. Видимо, он много раз покрыл ее разными цветами, потом покрыл в итоге черным, и теперь вот так вот, вот мутит, чтобы получился такой принт. Обожаю смотреть, как спреем что-то делают, это всегда клево. И мне нравятся те вещи, которые экономят время человеку, потому что время — это самое ценное, что у нас есть. Ой, вообще не экономят сироп, вообще не экономят, но потому что это того стоит. Зацените, сколько слоев и как это эффектно выглядит. Я бы 3 часа такой торт фотала в Инстаграм. Оп! Какая интересная у них сцена. Это, видимо, какие-то циркачи по-любому. Видите, они репетируют шоу-программу. Вот эти вот штуки, я вообще не знаю, блин, кто их разрабатывает, зачем это все нужно. Это просто капец. Мне приятнее смотреть на реальные иллюзии. Допустим, вот на такие. Фиолетового тут и не хватало. Да-да-да, класс. Красного. Класс. Сколько гвоздей. Ой, что же будет? Это будет интересная буковка S. Вот это надо, блин, сколько времени, чтобы вбить вот эту всю тему. Но интересная задумка, согласитесь, для какого-нибудь кафе. Почему бы нет? О боже, сколько нужно гвоздей. 1 000 000 000 000. Как столько всего вбить и не поранить свои пальцы. Это сложно. С, я же говорила, пах. Нормально, ты так лупцанул. Давайте разукрасим черную обычную мышку цветами. И она уже станет необычной. Благо ты, если умеешь рисовать вот так, то да. Это имеет место быть. Сразу мышка приобретает какой-то другой вид, совершенно другой. Лаком он сверху ее, чтобы это все не мешалось. Офигенная мышка получилась, какая красивая. Ну, мышку от Apple я бы, конечно, никому не разрешила так красить. Нет, 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 она мне нравится такая, какая есть. О, какие оттенки. Как красиво. О, как мило. Не знаю, почему это так мило. Чайнички очень милые, их всегда какую-то атмосферу уюта создают. Вау, как красиво. Это портрет какого-нибудь, наверное, принца Дубая. Тоже иллюзия, иллюзия, иллюзия. У-у-у, мои глаза! О, смотрите, я еду по Майами на встречу солнцу. Ретро такое. Какие несочетаемые оттенки, желтый, черный, но смотрится прикольно, помада. Зачем?
горячая вилка. Горячая вилка расплавила помаду. Я представляю, какая вонишка сейчас стоит там, но это стоило того, потому что благодаря этому сняли такой видос. Золотая змеюка. Без глаз, без всего. О, шоколадно-клубничный торт. Пожалуйста. Ой, какой он сочный, ребят. Вот эта начинка, она вероятнее всего невероятная. Вероятнее всего невероятно вероятная. Берем бревно, отрезаем от него все. И получаются доски. Доски, шмоски, поски, лоски, yeah. Смотрите, как это все разукрашивается. Выбираешь текстуру и можешь спокойно все себе закрасить. Потом все это еще разукрасить различными оттенками. Божечки мои, кошечки, что это? Это крем с сахарной пудрой, скорее всего. Я представляю, как это сладко, но, блин, наверное, вкусно. Опять эти черви. Тренд какой-то на червей, что ли, или что? О, слайм цвета Тиффани. Он как ажурный шарф. Как свитер. Это какие-то лейблы, мне кажется, делают. Но вручную делают. Мы с вами видели, как делали это машины. The truth. Что такое? Сегодня жратву показывают. Вы что, не понимаете? Лето на носу. Не надо нам вашей сладости. Заварное пирожное, как профитроль, сверху покрыто кремом и сверху еще заварным кольцом. Это что, плавники акулы? Очень похоже. Как это калорийно, мать твою. Ой, какая звезда, я знаю, что ее поливали прям толстым слоем краски блестящей, потом засушили, получилось вот так. Так что ты, наш хозяюшка, решил убраться? Какой молодец, нифига, он влетает вот так. Четко, четко, красиво, мокрое. Блестит. Идеально просто. Опять какая-то иллюзия с невероятно красивыми оттенками. О, что что-то будет. О да. Когда мало одного шоколада, ты добавляешь штрих сверху еще. Офигеть просто вообще. Просто офигеть. Что это? Прикскок. Круто смотреть замедленные съемки. Это будет персиковые пироженки, печеньки. Обычно, когда выдавливают что-то из вот кондитерского мешка, потом это будет очень нежно и вкусно. Офигеть! Похоже на бомбочку для ванны. Я на днях заходила, нюхала бомбочки, я просто была в шоке от запахов. Я еще нашла эко-бомбочки с натуральными ароматизаторами, которые не вредные, они так пахнут. Невероятно! Сейчас будут звуки. Прессотерапия! Все смяли. Просто смяли. Еще бы круто было это все блендером переблендерить, и было бы вообще ништяково. Надо будет поискать видосики с блендерами, да. Хорошая идея. Вот так приходят идеи вдруг, чик, и все. Ребят, посмотрите обязательно вот эти два видео, если вы по какой-то причине их пропустили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мы с вами увидимся уже совсем скоро. Я вас люблю, целую. Пока.